Судебная экспертиза является одним из наиболее востребованных источников доказательств, так как отличается научно обоснованным характером получаемых выводов. Только в 2017 году в среднем по каждому второму уголовному делу проводилась судебная экспертиза. Особая роль эффективной судебной экспертизы в процессе доказывания потребовала создания в 1997 году в Казахстане единой экспертной системы. На первоначальном этапе было создано два самостоятельных центра. Центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Республики Казахстан и Центр судебной медицины при Министерстве здравоохранения. В 2014 году в рамках модернизации правоохранительной системы начался процесс централизации судебной экспертизы и передачи полномочий Центру судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан. В 2016 году оба центра были объединены под эгидой Министерства юстиции, а в 2017 году процесс централизации завершился слиянием двух центров в единый Центр судебной экспертизы. На современном этапе Центр судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан представлен 18 территориальными подразделениями по всему Казахстану. Штатная численность центра составляет свыше 2700 штатных единиц и 2800 человек. Основной задачей центра выступает обеспечение соответствия производимых исследований общемировым стандартам и лучшей зарубежной практике. Сегодня абсолютно все территориальные подразделения центра успешно внедрили международный стандарт ISO 9001. Международный стандарт ISO 17025 также внедрен в территориальных подразделениях центра в Астане и Алматы. Приоритетом центра выступает развитие кадрового потенциала. Только за 2017 год повышение профессиональной квалификации в лучших зарубежных лабораториях прошли 40 экспертов центра. 26 сотрудников центра успешно закончили обучение по программе «Болашак». В 2016 году под эгидой Министерства юстиции стартовал проект Всемирного банка «Усиление судебной экспертизы», охватывающий три основных направления развития рынка судебно-экспертных услуг. Первыми результатами реформы стали принятие в 2017 году нового закона Республики Казахстан о судебно-экспертной деятельности, оптимизация административных ресурсов, сокращение срока производства комплексных экспертиз, введение принципа одного окна и создание палаты судебных экспертов. В целях повышения эффективности законодательной реформы центром организуются зарубежные поездки депутатов парламента и представителей других госорганов для непосредственного ознакомления с передовым опытом в области судебной экспертизы, а также запланирована серия поездок внутри страны для лучшего понимания текущего положения дел. Немалое внимание уделяется центрам цифровизации процессов внутреннего и внешнего взаимодействия. Внедрение информационной системы Е-экспертиза обеспечивает прозрачность организации и производства судебно-экспертных исследований и позволяет интегрировать работу центра в систему цифрового обмена данными с судами и правоохранительными органами.